Индийские женщины, пострадавшие от ревнивых мужей, вышли на подиум. Показ мод с участием жертв домашнего насилия состоялся в Нью-Йорке. Зрители встретили необычных моделей аплодисментами, хотя смотреть на некоторых из них было страшно. В Индии мужчины часто используют кислоту, чтобы отомстить или наказать своих женщин. В большинстве случаев цели выбирают лицо, реже руки и ноги. При этом наказание за такие преступления не очень значительное, в среднем 3 года тюрьмы. Пострадавших женщин в Нью-Йорк привез индийский фонд под названием «Делайте любовь, а не шрамы». Учредителями фонда стали известны в Индии модельеры, модели и актрисы. Когда я увидела этих женщин, у меня мурашки побежали по коже. Это смелые молодые леди, у которых большие планы. И я уверена, все задуманное получится. Но жаль, что не удастся наказать этих мужчин в Индии, которые позволяют себе вытворять подобное с женщинами. Я живу в этой стране, и я знаю не понаслышке, что там происходит. И я надеюсь, что ситуация когда-нибудь изменится.